Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Апелляцию по делу Плитко начнут рассматривать 8 ноября. Документы были переданы в Кировский областной суд. Рассматривать дело будет судья Евгений Хомяков. Напомню, 8 августа Ленинский районный суд Кирова вынес приговор бывшему вице-губернатору Андрею Плитко. Его признали виновным в организации преступной группы, которая получала взятки от предпринимателей за заключение договоров в лесной сфере. Было выявлено 18 эпизодов получения взяток. Общая сумма составила более 23 миллионов рублей. Плитко приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Адвокаты осужденные обжаловали приговор. Кировская область получит почти 500 миллионов на увеличение зарплат медиков. Деньги выделяют из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Это связано с прогнозом Минэкономразвития, согласно которому среднемесячная зарплата в стране в течение года увеличится более чем на 11%. Деньги получат 85 регионов страны. Общая сумма 58,5 миллиардов. Кировской области достанется 484 миллиона. Их направят на увеличение зарплат работников медицины. В эфире «Экономика». В Омутнинском районе будут выпускать импортозамещающие БАДы. Экспертный совет Федерального фонда развития промышленности одобрил заем фармацевтической компании «Квадрат С». Сумма займа 230 миллионов рублей. На эти деньги в поселке Восточном будет построен новый производственный цех. В нем будут выпускать препараты по направлениям кардиологии, урологии, неврологии и другим. Как отмечают в Министерстве промышленности, после введения санкций и ухода из России иностранных производителей освободилось 24% рынка БАДов. Эту нишу и собирается занять завод в Кировской области. Реализация проекта позволит региону увеличить собственную долю препаратов на рынке фармацевтической продукции и создать новые рабочие места. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».